Итак, чё кого? Чё кого? Всем привет. Прямое включение из РКС. А, сейчас надо будет завести, прогреть машину, а то давно уже я что-то не заводил. Вот. И надо бы снять руль. Потому что по рулю есть некоторые небольшие косячки, которые нужно отдать и устранить. В принципе, я им сейчас их покажу. Так, ну сначала... Как всегда, гирлянда. Скучал же я все-таки по этому звуку. Рейка опять что-то с первого раза не хочет работать. Падла. Так, короче, какие у нас косяки тут по рулю? Вот такие вот, думаю, видно, вот трещины туда же чуть ли не ноготь пролазит. Я их отдам, рули отдам Андрюхе, точи карбон. Типочка вот этот. Сказал то, что без проблем все переделает, сделает как надо, чтобы было все по красоте. А то так, в принципе, визуально, ну, как бы не видно, оно в глаза не бросается, но тактильно очень ощущается на самом деле. И, ну, не очень приятно, на самом деле. Как-то так. А что из нового в Рексе? В Рексе, да хуй знает, что нового. Короче, там, блядь, не видно. Коврики черные. Вы же знаете эти ублюдские темно-зеленые коврики в Рексе? Я их, блядь, спустя сколько? Два года? Спустя два года я их только этим летом поменял. Нашел в Москве, я не знаю, если нужны будут контакты... Там напишите мне, я скину, где я брал. Но единственный минус, они чуть-чуть, короче, там не по размерчику. У них есть липучки. Сейчас я вам покажу. Они, получается, чуть меньше. У них здесь есть такие вот липучечки. В принципе, он никуда не елозит. Здесь на подкладочке тоже есть липучечка, она отстегивается. Так что здесь довольно-таки все по красоте. А, так, что еще из нового? Из нового... Ага. У нас черный потолок, пацаны. Черный потолочек. А, это, короче, типа карпета, на самом деле. Выглядит очень дорого-богато, на самом деле. Вот. Это тоже все покрашено. Раз. Все четенько. А, соответственно, козырьки тоже черные. А, итак... Собственно, это типа карпета. Вот этот кант, кант точно так же, как и весь пластик, покрывался раптором. То есть вот стоечка раптором покрыта, там задняя стоечка тоже раптором покрыта. Вот, в принципе, офигенно. Ну, то есть как бы раптор с такой текстурой матовой очень классно смотрится. Вообще сказка, песня, ёптать. Вот, стоечка у меня здесь была такая, она вся кривая, косая. Мне ее выровняли, отшпаклевали все и также раптором покрыли. Единственное, летом, когда на жаре она у меня стояла, очень сильно салон нагрелся. И получается, что мне пошли трещины, здесь шпаклевка, короче, полопалась. Но сейчас, в принципе, я также потом отдал, мне это дело переделали. Вот, и сейчас все четенько, очень... Красиво смотрится, стильно, да? Оп. Ля, как в самолете. Что там по прогреву? Есть что холодное, но. Машина, конечно, грязная, что пиздец. В ней бы убраться, ее бы помыть и законсервировать. Но когда это будет, я не знаю. История. Как-то не
Man know the season. Yeah, watch this. So man wanna reach the heights that I've reached. They wanna drive the cars that I've driven. The clothes I get given is way too many, and my new walking wardrobe can't fit. They wanna do the things that I've done. They wanna do it the way that I did it. I'm thinking. Мне кажется, это было вовремя, да? Что у нас тут дядя Максим сделал? Кастрировал блок АБС, так что теперь тут у нас красота, место дофига. Такой тройничок теперь стоит. Вот, как-то так. В общем-то, забрал руль. Все готово. Все, теперь чик-чирик по кайфу. Андрюха сделал по красоте. Кстати, кто хочет такие же рули, все, в принципе, можете писать Андрюхе, он из стокового вам переделает. Вот, и будет у вас вот такой вот красивечный рули. Как-то так. Так что сейчас поставим, и все, собственно, все будет четенько. О, подушечка не могу мокрая. Так, ну что, с кайфом теперь. Ух, тяжко немножечко завелась. Вот теперь, в принципе, ничего лишнего не горит. Все теперь по красоте.